Агентство по оборонному сотрудничеству США обнародовало разрешение на продажу Латвии ракетных систем «Хаймарс», которые, кроме ракет с дальностью 84 км GMLRS, также будут вооружены баллистическими ракетами «Атакамс» с дальностью 300 км. В целом речь идет о 6 «Хаймарс» и относительно малом количестве ракет. 12 пакетов с ракетами GMLRS и 10 ракет М-57 «Атакамс» с осколочно-фугасной боевой частью. Максимальная цена сделки, которая еще должна быть подписана, составляет 220 миллионов долларов, но финальный ценник может быть меньше. И также надо учесть, что количество в 6 установок хотя и может казаться незначительным количеством, но это для вооруженных сил Латвии со штатной численностью в 6600 человек. И в конце концов Латвия стала третьей и последней страной Балтии, заказавшей «Хаймарс». 9 октября 2022 года разрешение на 8 «Хаймарс» с 72 пакетами GMLRS, 72 пакетами и RGMLRS с дальностью до 150 км и 18 ракетами «Атакамс» получила Латвия с ценником 495 миллионов долларов. А 15 июля 2022 года Эстония, которая по цене 500 миллионов долларов получила право купить 6 «Хаймарс», 18 единиц «Атакамс» и в пакетах 36 GMLRS и 72 и RGMLRS. Учитывая дальность «Атакамс» в 300 км, это позволяет армиям этих трех стран получить возможность нанесения ударов по базам России в Калининградской области, в районах Пскова, Новгорода, Санкт-Петербурга и на значительной территории Беларуси. Также надо отметить, что в странах Балтии активно идут разговоры об увеличении численности вооруженных сил. Например, Литва планирует развернуть механизированную дивизию, и это при общей численности сухопутных сил страны в 9000 человек.